Подождите, смотрите, мы сейчас в Мюнхенском зоопарке, всем привет, тут фламинго, сейчас там девушка с бабушкой моей просто ушли уже, я сейчас покажу вам все, тут вот такие фламинго очень красивые, вот видите, очень красивые, вот так вот, тут очень странно, посмотрите, как тут детей возят, прикол? Вот так вот тут. Тут не, тут карты не дают, тут сразу нам дают, тут нам дают позначки. И, ну, позначки, вы поняли, да? Картинки, так сказать, где что. Вон там вот, видите? Вот там вот горилла. Это обезьяна. Прикольно, скажите. Вот так вот. Смотрите, тут очень красиво. Очень прикольно. Вот тут вот тоже про гориллы рассказывается. О, тут еще одни гориллы. Вон гориллы, вам не видно. Вот, видите? Прикольно, скажите. Очень большие. Ну, а это вообще эксклюзивные звери зоопарка. Работники. Смотрите, какие рыбки красивые, очень красивые. Вон маленькие тут еще есть. Очень красиво. Вот это тут большая рыба. Посмотрите. Посмотрите, какой большой сом. Очень красиво. Поля говорит, сом похожий на корову. Посмотрите, как близко. А еще вон маленький. Вот так. Посмотрите, какие фиолетовые красивые рыбки. А еще посмотрите, ядовитый еж. Класс. Очень классно. Вы когда-то живую акулу видели? А я прямо сейчас вам ее покажу. Посмотрите, это живая вот акула. Сейчас она приплывет сюда. Вот сейчас она там, видите? Очень. Вот, я сомневаюсь, что вы когда-то видели акулу. Я не помню, как называется, но посмотрите, у нее такой с лобиком. Кто помнит, как называется, пишите в комментариях. Какая оса? Вон, полосатая как оса. Ага, прикольная. Кто знает, это, как она называется, тоже пишите в комментариях. А это самый обыкновенный большой угорь. А тут у нас павлин. Вот такой вот, очень красивый. Смотрите, какие тут пингвины есть. Представьте, какая там температура должна быть, чтобы им было комфортно. Комфортно. Хотели бы при такой температуре покупаться? Цена? Цена. Поля сказала, подписывайтесь, ставьте лайки, да, Поля? Всем пока-пока!